Мы затащили лодки в Чернобыльский реактор. И сейчас идем в марш-зал 6-го недостроенного энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. И будем там искать тот самый тоннель под объект укрытия. Жесть, ребят. Лодки на атомной электростанции. Привет, дверь вам открою. Ну а что, мы искали, не нашли другого прохода. Кто из сталкеров еще делал такую дикуху? Выше, поднимите, пацаны. Блин. Проколешь. Выше, поднимайся. Давай, финишная прямая. Финишная прямая. Ты посмотри, что там дальше. Ух ты, елки-палки. Устал, да, бедненький? Под лодкой не вижу. Все, отдохнул? Идем. Фу, давай сдуем. Да не, мы уже чуть-чуть осталось. Бюдер, блин. Маленький. А смотрите, что внизу. Это здесь мы только что плавали, я так понимаю, да? А вода-то прозрачная. Мы сюда не заплыли, это, наверное, там, где шпиль стоял. Осторожно, яма открытая, вот там он. Все? Яма, видишь? Яма, яма, он здоровая. Вон, видишь? Сус, смотри. Там вода. Пипец. Дима лезет вообще как-то стрёмно. Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, ребят, какая жесть. Кран упал. А куда? Вон, там вот вообще спуски. Там вот пошла лодочка. Ну. Что тут, комрад? Тут 460. 500 доходит. А когда плавали на лодке, было 120. Понимаешь? Потому что вода поглощает. Ну, на дне там... Что они там делают? Я не знаю, зачем они пилу заводят. Вы что, совсем парни? Что делать? Сюда. Акулеле такая хорошенькая. Полуподсос начали, Димон. Вообще не понимаю, зачем все это будет? Да, там полный подсос. Это уже было? Да, это уже практически было. Димон, это было громко? Ну, нет, на самом деле. Нас никто не слышал. Я думаю, что уже все уехали по домам, сегодня пересменка. Да, мы оплывем кран завалившийся. Это классная машина. Но я не вижу тоннеля. Он там, может быть? Ты не видел? Там очень удобный спуск. Да, там очень удобно, Димон. Вот уже показываются первые концы Чернобыльской зоны отчуждения, упал кран. И здесь на самом деле очень опасно. А, вот он откуда упал. Вот он, да, видишь, переломился и упал. Слышь, он тут очень ненадежно стоит. А это, собственно, сам атомный реактор, пятый энергоблок. Да, это недостроенный. Не, марш-зал, вот это марш-зал, а это пятый энергоблок. Видишь, вот эти листы, это обвивали специально для... Да, да, для защиты от радиации. Когда четвертый взорвался, чтобы пятый защитить. Ну там ближе 600, тут 315. Поменьше. Потому что отсюда выпали осадки. Выпали, тут да? Открыто. Ну смотри, вот рядом у нас четвертый. Буквально рядом. Мы в Чернобыле с тобою, креосан сидим вдвоем. И сейчас рентген 140 бьет мне прям по мозгу вдвоем. Ой. Атом мирный не бывает никогда. Атом всех. Что случилось? Мы уже все спалились. Без понятия, не могу. Слышишь? Что за тряска? Берешь эту мочу? Так, друзья, ну что, выплыли из тоннеля. Сейчас пытаемся зайти в второй тоннель. Тут пруд. Комрад упал. Кран упал с реактора, с пятого энергоблока. И с этого, короче, в прудах водителя должен еще идти один тоннель, который ведет куда нам надо. Саша, что тут по радиации? По радиации тут совсем плохо, потому что рядом находится четвертый энергоблок. А есть пимпочка, чтобы померить? Есть у комрада. Но он говорит, что вообще труба дела. Сколько он говорил? 500. Да, это сильно 500 плохо. Микрорентген. Но это плохо, потому что вода еще поглощает. Под водой там, наверное, вообще ужас. Ну, нам сейчас насколько плохо? Нам надо вытерпеть сейчас. Ну, рыгать будем? А тут запрещено плавать на лодке? Я думаю, что такой закон еще не смогли придумать. О, давай пройдем прямо под вот этими заваленными конструкциями, глянь. Посмотрите, пацаны, какая дичандра. Может впасть и прямо на нас зараз. Вот там он еле держит, там зацепился за этот, за ферму, и может соскочить и прямо на нас.
А как это правильно место называется, вот этот водоем, в котором мы плещемся? Это называется котлован машзала 6-го энергоблока. То есть его не успели построить просто. Димон, а когда он упал? Да? Да. Я тебя не знаю, давно он. Ребята, я здесь, честно говоря, первый раз. Это просто офигительное место. Просто офигительное. Погнувшийся кран, упавший. А в каком году он упал? Это он из-за радиации упал или что такое? Я думаю, в головку напекло ему немножко. Короче, так он немножко отдыхает вот сейчас. Это никогда вертолет зацепился за троса? Нет. Правильно говорит? Да, все правильно. Я прочитал историю этого места. Да, разворачивай. Что это, гром? Ну да, сегодня же разве обещали на вечер очень сильно штормовое попереджение. Ну, аккуратно. Прямо под рухнувшим краном проплываем, зацените. Вот там классный трансформатор, не размотан еще. А что металл этот, сильно фонит? 115, это многовато, если с учетом того, что мы на воде. У нас пробита пацики лодка, и креосан держит пальцем пробитое место. Ну, пальцы мочат в радиоактивной воде. Да, щипает палец. Давай, давай, вся транса. И у нас тут прямо по курсу транс. Огромный транс, наверное, киловатт на 300, а может и больше. Кстати, масло с него вышло. Я вижу прям. Давай, давай, аккуратненько, за троса он сверху бери. Проходим по этому, блин, паути. Пылюка. О, смотри, какие огромные трубы куда-то под воду уходят. Вон, смотри, сколько их там. Что скажешь, Саша, правоохранительным органам, которые будут смотреть это видео? Пускай не обижаются, ничего плохого мы не делаем. Нормы радиологической безопасности мы не нарушаем. Ведем себя прилично. Не кричим даже. Ну что, Димончик, вообще шикарно кайфуем. Вот так вот и нужно отдыхать. Ой, как красиво. Ой, как он яркий весь ЧАЭС этот. Слушай, тут и контент, и отдых. Смотрите, какой у меня проводник в зону номер один, Дима Литвинов. Говорит, водные процедуры будут. Вообще все по красоте завез. Пока не утонули. Получаем радонные ванны. Получаем радоновые ванны. Ты знаешь, как это? И радуемся. Как эту локацию можно назвать? Как так аккуратненько? Маленькая Венец. Маленькая Венец. Наши нет тут никого. А тут на третьей очереди обычно никого не бывает. Посмотрите, обрушившаяся конструкция упала 1000 тонн прямо в воду. И там еще под водой хрен пойми, что находится. Там может быть под водой тела придавленные. Ну да, кстати. Надо выйти на берег, пойти туннель посмотреть. Ой, какая там интересная штука. Да, не, 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 дядь, ну, не куда. Давай, да, нам прямо назад, 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 назад. Давай назад, что-нибудь. Давай, назад, назад. Жесть, труба полностью замурована кирпичом. Это чтоб оттуда сталкеры не вылазили. Я хочу сейчас выйти, посмотрите. Я тоже хочу выйти, пройтись. Сейчас Димон покажет, как правильно с лодки выходить. Что тут есть интересного? Вот она, стена реактора огромнейшая просто. Там есть что-то интересное, Сус. А чё их порезали? Трубы просто жесть. В ней доски внутри какие-то. Кстати, можно по трубе уйти. Она в здание входит, смотри. Там есть дверь, еще одна дверь. Тут труб этих миллионы, вот задвижка. Друзья, несмотря на то, что не попали сейчас под четвертый энергоблок, продолжается прогулка, уже 12 час плаваем, классно проводим время, такое место уникальное. Что-то я смотрю, что такое, Саша? Лодка газует. Что-то я смотрю, что это водка, брат меня за нос, по-моему, водит. Казалось, у него дисциплинарное взыскание. Сейчас дисциплинарный батальон им устроим. Да-да-да. Камрад умеет плавать, кстати, интересно. Сейчас проверим. Радиоактивной водички попили. Получайте, блядь, частицами. Что он делает? Камрад, сейчас получу дисциплинарное взыскание. Получай. Чем ты разбираешь третью очередь? Что это за прикол? Я с гитарой приехал, я за искусство. Что такое? И искусство. Какое искусство? Сейчас нас тут никто не видит. Можно грех делать, как говорится. Что ты делаешь? Давай! Что делаешь?
Зачем ты лодку порезал? Блин! А пилота зачем? Ах ты, гад! Все! Вот теперь мы квиты! Что? Да, тебе акулели! А где акулели? Акулели? Вон они акулели! Подержи, я заберу! Подержи, пожалуйста! Димка! 1000 гривен дам за акулели! Димка! Что ты делаешь? Отдай, пожалуйста! Я прощу тебе все! Ура! Что ты делаешь? Смотри, слушай! Пип! Все, домой пешком поедет! Сам домой поедет! Что происходит, пацаны? Пипец, на атомном реакторе купается. Чё, как чё, водичка радиоактивная? Холодная? Друзья, не обижайтесь, мы на позитиве, мы друзья. Все хорошо. Быть добру, как говорится. Пипец, что случилось? Вот он. Мне очень приятно. Ты куда, в трубу? Ты куда? Искупался, блин, под атомным реактором. Весь микрорентген здесь, блин, в воде, вы чё? Сус, вылазь. Сус, вылазь скорее. Можешь фоточку сделать, я на спину ляжу? Давай. Сус, вылазь скорее, там радиация бешеная. Где? Блин, Сус, ну куда ты? Блин. Что он делает, Димон? Что он делает вообще? Нормально, закаляется. Они сумасшедшие, они просто сошли с ума от радиации. Нормально вот это лазит в радиоактивной этой ерунде. Капец, ты еще в костюме искупался. Померяй на ногах у него сколько его. А ну стой, вот тут ил. 200, 206, 208, 210, растет. Посмотри, вот тут самая грязная. Наверное. О, смотри, глянь. А ну, слушай, посмотри не спиной. Вот эта штука, короче, она вообще под 300 выскакивает. Тебе надо этот пиджак сжечь. Выкинь нахер. По-хорошему, нам бы уйти в реактор поскорее, пока никто не пришел на этот шум. Слышь, а ты тоже в воду упал? Ну, одной ногой как. А, ну. Ну, я быстро высох, я горячий парень. Там. Куда ты запутался? Ты опять туда полез. Ты будешь ее клеить? Да, я могу заклеить еще использовать. Детям своим оставить. Блин, доплавались. Сус ныряет в эту канализацию радиоактивную. А здесь посмотрите, сколько. 500! Да нормально. 500 ровно было, 450. Для этого места это нормально. Нормально, все будет хорошо. 520, ребята. Это жесть. Акулеле, хоть чехольчик остался. Заберу постирал. Короче, надо сматываться, лезть в лестницу, то скорее. То погнали отсюда. Вот так мы вылазим с атомного реактора. А сюда больше нет захода. Вот это единственный, который мы нашли. Подустали очень серьезно все, конечно. Нормально, сейчас еще в активную зону сходим и мажзал. А потом еще горячую частичку найдем возле дороги. Ну, чуть-чуть отдохнем только, чуть-чуть. Потому что радиация должна усвоиться. Правильно, должна усвоиться же радиация организмом. Я боюсь, что я теперь весь 500 буду фонить. Жесть, у тебя, кстати, покраснения какие-то пошли. Походу, там частичка попала. Где, вот это? Вот это, да. Это клещ был. Клещ? 2 дня назад клеща вытащил, от него остается вот такой еще пару недель, может месяц, может даже год быть. Кошмар. Он это обезболивает сейчас свой вправо. Это жесть. Раздражение, сильной реакции организма. Димон, что происходит, я не пойму. Мы уже тут 5 минут стоим. Не пролазит? Капец, а что ты так дрожишь? Радиация? Ребят, короче, с помощью суперчувствительного дозиметра я хочу найти ту самую горячую частичку. Вот мне удалось найти аномальную зону. Здесь очень высокая радиация. Смотрите, повышается до 2. 1700, 1800, 1900. 1900. Я сейчас буду потихонечку убирать грунт, и когда попадет горячая частичка в этот грунт, мы это увидим. Делаю таким образом. Беру, набираю грунт. Блин, камни мешаются. Ну, вот, допустим, так. Меряю его. Смотрите, видите, 800 это общий фон здесь. Значит, нет, откладываю в сторону, проверяю. Частичка тут 2. 2400. А где-то очень близко уже. Сейчас мы ее найдем. Как смотровая скатина. В принципе. Нету. А может, на глубоко? Смотри, две вот. Оно. Уже 2500, 2600. Она все ближе. Может, закопаем? Зачем? Она глубже, это кусочек графита. Она очень маленькая. Какая? Ну, вообще, как песчинка. Черненькая должна быть. Видите, ребят, насколько глубоко сейчас находятся эти частички. Они сели под слоем земли, и поэтому радиация уменьшилась. Вот я даже не могу точно определить, где она. Уже нет, да? Не, есть вот здесь, вот где-то самый максимум, в серединке как раз. Дальше щебень идет.
Походу, она в щебень провалилась. Она может сейчас просыпаться все глубже и глубже. Ладно, наверное, не получится здесь. Короче, ладно, найдем другое место, продолжим. Ребят, теперь мы направляемся в активную зону. Одно из самых опасных мест пятого энергоблока. А что опасного? Как на Луне радиация или больше? Походу, больше. О. Но мы там недолго будем находиться, так что все нормально. Все, наша дыра. Сейчас будем лезть. Че, Дима, ты устал? Да. Киберсус голый нараспашку лазит по атомным электростанциям. Но до активной зоны мы так и не дошли. Сусанина начала колбасить, и мы приняли решение покинуть зону отчуждения. Так что следующее видео будет теперь из больницы. Выходим из зоны, тут колючая проволока в идеальном состоянии. Вообще, походу, не сталкерский маршрут. Не знаю, почему нас Димон повел сюда. Капец. Капец, капец. Тут асфальт. Давай, 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 давай. Покидаем зону отчуждения. Бегом, бегом, бегом. Давай, давай, давай. Нормально. Все. Все, ложимся в поле. Это еще не смертельно, да? Это 900 бекерельцев. Ага. Это сталкеры нас водили.